Так, ну да, бегать-то в любом случае придется. Ух, ё! О, я тебе про что говорю. Слушай, давай-ка я тоже попробую сейчас этот лук возьму. Я не успел выстрелить даже. Он четко попал по мне. Я понял. Вардю Хейла, друзья. Отправились мы с другом в поход в сторону Черного леса, чтобы разорить погребальные комнаты и заполучить то, что нам будет нужнее, в отличие от этих ходячих скелетов с мечами и луками. Разоряя успешно погребальные комнаты одну за другой, мы двигались вглубь Черного леса, охотясь на животных и собирая дары природы, которые росли прямо под нашими ногами. Все шло отлично, наши сумки и кошельки почти были забиты до отказа, и мы хотели уже развернуться в сторону дома, но внутри нас присутствовало какое-то необъяснимое чувство, что где-то рядом есть еще подземелье, которое манило нас его найти и зайти туда в гости. Походив в округе, мы все же нашли это манящее нас место. К нашему удивлению, это уже были непривычные для нас погребальные комнаты, а самое настоящее и первое на нашем пути пещера тролля, к которой мы были совершенно не готовы. Постояв рядом с пещерой и собравшись со своими мыслями, мы приняли решение напасть на тролля во что бы нам это ни встало, даже ценою в собственную жизнь. Пещера тролля! А это все, это хана. Да, в смысле? В пещере с троллем вообще тяжело. Но можно попробовать, что бы. Вон он, вон. Обратно, короче. Он с палкой, короче, стоит. Пойдем, пойдем, подумаем сейчас. Нам, смотри, что надо. Да, в общем, вот эта штукенция, которая у меня в руке, она не поможет. В пещере нам с ним биться тоже неудобно. И что я могу сказать? Я не знаю, мы, может, пока еще не подготовлены. Просто бежать... Давай, может быть, смотри, пока мы здесь, поставим мини какую-то баску, чтобы появиться тут, и если что, забрать шмотки сразу. А что мини-баску? Тогда надо просто кровать и это... Ну да, ну я имею в виду... Но суть-то в чем? Мы умирать-то будем там внутри, рядом с ним. Но мы успеем забрать. Да, он, по-моему, одной палкой махнет один раз, и все. Все, я свою занял. Все. Мы сохранились, да. Можем пойти это в гости. Так, что нам надо будет делать? Короче, я не знаю. Копьем его... Да, спасибо, напомнил. Копьем замахать. Я извиняюсь, в туалет сходить сейчас, я прибегу. Да, давай. Что, берем сразу? Лук взял. А огненные стрелы есть? Да, 154 штуки. Вау, красавчик. Так, а я тогда... Ну что, копье остается. Больше делать нечего. Там вглубь надо, наверное, уйти. Мне кажется, там более обширно. Ну, можно от него бегать. Так, ну да, бегать-то в любом случае придется. Ух, ё! Во, я тебе про что говорю. Слушай, давай-ка я тоже попробую сейчас этот лук возьму. Я не успел выстрелить даже. Он четко попал по мне. Я понял. Ну, я живой. Да, нормально так-то. Я от него побегал и... вышел. А когда мы выходим, у него жизни... Мне кажется, остается на этом уровне, на котором мы закончили, кстати. Так что можно попробовать будет. Да, да, ты правильно понял. Только мне сначала надо забрать. Я как раз там тоже возле входа. Я и Ктюра могу прожать. Вот мы когда заходили, минуту с лишним оставалось. Можно было, конечно. Я уже только потом заметил. Сейчас. Шмотки заберу. Я вернусь. Надеюсь.
Давай. Слушай, а может его под землю отправить? А он не видит, я здесь за углом нахожусь, ему пофигу вообще. Может зайти здесь рядышком прям стоять. Блин, кирки нет, жалко. Чё ты хочешь к нему? Да, можно было прям прокопаться, чтобы перед ним. За несколько даже, пускай, заходов. И он туда упасть не может и перейти не может. То есть издалека его фигачить, понял? Понял, он успел, блин, по мне хрестнуть. А я не знаю, кстати, можно вообще продалбливать? А чё нет-то? Мы же вот эти, те хвалили как? Делали подкоп, ты туда садился, они вниз упасть не могут и как бы перепрыгнуть не могут. Если нам вдвоем ограничить ему просто проход и все, и что? Блин. Ну теперь получается, сверху к нему надо вкапываться. Над ним быть, то есть вот где-то вот здесь вот. Не, здесь мы вряд ли прокопаемся. Я имею в виду уже туда. Попав. Ну не знаю. Ну, я думаю, имеет место быть. Блин, огонь, конечно, прям огонь. Меня прям заходит. Верить по нему. Так, стой. Что надо? А, иктюр надо, точно. Все, погнали. Не знаю, но бегать, короче, и это. Где он? Я его не вижу. А, вон он. Уа, дядь. Это... Бегай там, я не знаю, что им делать. Я бегаю, сейчас вернусь обратно. Не знаю, как я вышел. Сейчас мне хердык будет. Уф. Слушай, мне любопытно, на самом деле у него здоровье-то как? Не знаю, мне кажется, восстанавливается. Да, я зайду, посмотрю. Да. И сейчас шмальни по нему там и разочек. Второй. Блин. Он у входа, что ли? Он прям на входе. Движуха началась. Блин. Спустя 3 часа стрима. Да. И опять на тролле, заметь. Да. Ну, тролли, они вообще такие прикольные. Слушай, ну, долго устанавливаться это будет. Ну, со здоровьем-то там что было? Блин. Я, по-моему, не понял. Мне нормально. Упало у него. Ага. И у меня тоже. Я бегу обратно. Ой. Бум. Слушай, все нормально. Отлично. То есть она не поднимается, да. Как мне? А прикинь, а есть еще 2 тролля. Это вот самый слабенький. Пипец. Ну нет, тут надо это. С этим еще поглумиться можно, я согласен. В мощь. Ну, он бревном, конечно, по затылку бьет. Один камнем, другой бревном, блин. Че он там? Ушел, как думаешь? Подальше. Не знаю, сейчас я подожди хавку. Да ладно, ладно, я сейчас один посмотрю. Я захожу, он, короче, спиной ко мне стоит. Я в него стрелу одну выпускаю, и все. И обратно выхожу. Знать бы, блин, как он сейчас стоит. Спиной. Че там молчишь? Че молчишь? Я кушал. Да, ему пофигу. Он не бы. Ты, короче, на себя удар взял, да? Да. Обратно давай. У меня один хп, я бегу. Нормально, нормально, ты у входа. По крайней мере.
меня он один хп мне оставил. Самое главное у входа, короче, вот это, чтобы происходило. Сейчас мы этого тролля затроллим. О, нормально. Здоровый, невредимый. Но голый. А, не, ты что там, блин, делаешь вообще? У тебя же здоровье полностью было. Ну, по крайней мере, у меня так показывало, я не знаю. Оно, да, показывает полностью, но... Ой, че упал? Он прям... Он прям у входа стоял. Я прям захожу, короче, и он пупком своим на меня дышит. Ну, сейчас вдвоем надо зайти будет. Сейчас я вызову. Надо, чтобы он отошел оттуда. Он, походу, понял, в чем дело. Ты что? Ну, он тебя ждет сейчас. Он тебя. Он без тебя, короче, сейчас никуда не отойдет. Где? В смысле? Вот. А что он тут делает? А я с базы упал. А. Че, отвлекай? Отвлекай. Или я попробую так же. Да я тоже зашел. Бери. Не. Давай я. Я вышел. Подожди. Все, выходи. Дай! Так, сейчас. Я прям как ниндзя, ё-моё. С 5 хп. Я перекатываю. 26 секунд, это что значит? Да, это... Нет, не заходи пока. Я не знаю, но это, типа, бег, да. Фишка, блин, я зашел, ему в задницу стрельнул, он развернулся, я вышел, понял? Да, я тебе говорю. Давай, добей его. Что там? Ну, по жопе дал ему. Он да? Мне дал, по жопе. У меня 25 хп, я не знаю. Не-не-не-не, да. не заходи. У меня 82, давай я. Он замахнулся только, да я в него кинул. А ты что, зашел в этот момент, что ли? Ты, наверное, прям... Не, он люто что-то стоит на входе. Ну, его добить осталось, фигня. Ты прям на палку, наверное, наткнулся там, да? Да, я захожу, он сразу бьет. Я когда уходил, он замахивался. Может, время какой-то тайминг, чтобы он это... отошел. Да, конечно же, не сразу. Блин, я тебя жду, а он тебя конкретно, да, там... Но он меня убил, да. Блин, костер дурацкий. Тематика. Ой, ну, да. Корабль разбитый, пойду прогуляюсь. Сейчас пойду. Интересно. Давай, облутай. Ты голый все равно. Ну да, этих викингов. Кораблики. Здесь нифига. Все, еще, по-моему, один удар. И он наш. Че, убил он? Блин, да. Твой удар, короче, будет. Я это. Ну да. Ты че так это, блин, зашел? Рано. Надо было перекатом сделать. Там, по-моему, прям вот чуть-чуть. Вот прям вот. Вот сковырнуть и все. Сейчас, я живой. Я зашел, шмотки забрал свои. Mm-hmm. Ну, как ты сказал, я сделал перекат, и он умер. Чё ты сделал перекат, и чё? Я сделал перекат, и он умер. Всё, можешь заходить. А, ну вот. Вот мы и справились. Таким нехитрым способом. Нифига себе! А ты этот, а ты чё там стоишь вообще? Сундук лутаю. А, ты, главное, тролли не стал лутать, да? Но он упал, и я в сундуке увидел. Там, короче, знаешь, сколько? А чё сколько?
А не сколько? А чё от него толку-то, я не пойму? Чё там в сундуках было-то, мне скажи? Так, смотри, в сундуках рубин, дерево, камень, олени 5 штук и кабана 9. И чё это, блин, того стоило вообще? Ерунда какая-то. Вообще, по сути, нет. Вот, шкуру тролля... А, ой, ещё один рубин, слушай. Шкуру тролля 5. Вперёд себе. Не, а нам надо это, нам нет. Мы вообще в подземелье не за этим шли. Желтый гриб, желтый гриб, желтый гриб. Рубины что дают вообще? Да не на это, у торговца потом. Торговца найдем. Тут реально, что ли, больше нигде нету? Все, я даже рубин нашел случайно, о чем могу здесь. Так, окей. Да, такая себе подземчик. Ну да, вообще ни о чем, да. С учетом того, что мы минут 20 потратили на него. Зато, блин, смеху, смеху как да. Обычно, да, с этого тролля. Так, Жень, 5 секунд. Да. Вот такая история произошла с нами в замечательной игре Valheim. Друзья, если вам понравилось это видео, то оставляем свои реакции в виде лайка и пишите свои комментарии под видео. Это для меня очень важно. Подписывайтесь на канал с прожатым колокольчиком и ставьте его в режим «Все». Огромное вам спасибо за просмотр и до новых встреч!